еще раз на гол давайте посмотрим. Отличное исполнение углового. Да и здесь все-таки есть вопрос к голкиперу. Возможно, стоило более плотно играть со штангой. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Аршавин. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. И у соперника теперь мяч. Тотти. И пас обратно. Скучновато. Хорошо двигается с мячом. Не получилось перспективную атаку развить. Потеряли они мяч. И перехвачен этот пас. Хорошо мяч укрывает он. Мяч потерян, теперь он у соперника. Атака продолжается, мяч все ближе к воротам. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Теряют они мяч. Здорово отдал на ход. Просто невероятно сейчас вратарь играет. Как он взял этот удар? Как он сыграл? В центр штрафной мяч направлен. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Очень здорово прессингуют они. Удар! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. За такую игру он сейчас получить может. В конце 50-х годов в итальянском городе Сиена футбольные судьи решили сыграть сами. Составили две команды, вышли на поле, и матч начался. Все шло нормально до тех пор, пока в ворота одной из команд не был забит спорный мяч. Вот тут-то все 22 игрока, каждый из которых по ходу службы отлично знал и умел истолковывать правила, стали доказывать свою правоту. Слово за слово, и дело дошло до такой потасовки, что пришлось вмешаться полиции. И теряют они мяч. Хозяева вынуждены играть без мяча. Владение для них сейчас не самое главное. Думаю, они это отлично понимают, что соперник будет стараться разыграть мяч до верного, и к этому должны быть хорошо готовы. Аршавин. Рикошет, и будет аут. Иванов. И пас точно сопернику. Шикарный пас получился. Очень хорошо защитник в этой ситуации разобрался. Спасает он команду своими действиями сейчас. Ищут они разные варианты для атаки. И сейчас они терпеливо выжидают хороший шанс для атаки. Но что-то пошло не так, и владение переходит к сопернику.
мяч у них. Удар! Тащит голкипер этот удар. Подали мяч с углового, центр штрафной. Вратарь забирает мяч. Аршавин. За такой подкат вполне можно желтую показать. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Хороший блок, мяч не проходит дальше. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Одна минута добавлена к основному времени матча. И пробил игрок. Мяч в воротах! И теперь сопернику придется еще слабее. Второй тайм начался. Аршавин. И пробуют они мяч перевести. Пас вроде получается. Отлично вратарь играет. Штанга. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Понятно, что ошибка курьезная. Понятно, что случайная. Но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя раскисать, надо идти вперед и исправлять свою же ошибку. Счет 2-1. Борются они за мяч. Гости забрали себе мяч и владение полностью за ними в последние минуты. Возможно, вот так через контроль мяча они решили найти путь к воротам соперника. Пока время на это есть, и можно покатать мяч в поисках верного решения. Но не стоит и забывать о том, что они уступают в счете. Здорово переходит вперед, соперник пытается перестроиться. Можно бить! Пошли последние полчаса игры. Аршавин. И мяч переходит к другой команде. Иванов. Аршавин. Пас перехвачен, теперь мяч у другой команды.
Не было на него давления, просто мяч потерял и все. Сложно у него мяч отобрать. Пересек мяч боковую линию. Пас не получился, перехват. Аршавин. Арбитр показал нарушение и не хотел останавливать игру, но атака завершилась и будет штраф. Итак, планку. Ох, как хорошо сыграл он головой, но мяч мимо пошел. Получается сохранить мяч в игре. Основное время истекает через 20 минут. Ищут они разные варианты для атаки. Не торопясь, они разыгрывают мяч. Иванов. Великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Ничего не получится, пас перехвачен. Аршавин. Отличный прием, так держать. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Удар! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. До сих пор трудно поверить, что он не забил. Момент-то был убойнейшим. И бьет! И ничейного счета, похоже, не будет. Да, матч подходит к концу, и тут уже вряд ли что-то изменится. Вручает команду после углового удара. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке принесла его соперник. Остается всего 5 минут игры. И надо забивать, чтобы сравнять счет. На ход. Они добиваются своего. Гол на последних минутах делает счет равным. Фантастика! И ничья в самой концовке матча. Ну что, у кого хватит сил что-то изменить еще? Поворот, конечно, неожиданный. И сейчас что угодно может, наверное, произойти. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. Заброс вперед. Последний шанс сейчас есть на то, чтобы вырвать победу в этой встрече. Времени почти не остается. Не дает мячу пройти дальше. Здорово сыграно. Ну что, с этого углового можно забить победный мяч. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Спасает свою команду от гола этот игрок. Гол! Вот это развязка у нас! В самой концовке они смогли выйти вперед. Даже удаление их не остановило. Классный удар получился. Очень сильный и точно он пробил. Да еще и с такой дальней дистанции. Расстояние немного, наверное, смутило вратаря, который не мог справиться с этим ударом. Счет 3-2. Смотрим дальше. Можно забивать здесь. Вратарь забирает мяч. И это все на сегодня. Больше времени не остается. Поздравляем хозяев поля с этой победой. Крайне непростой получилась игра сегодня. И очень повезло им, что получилось забить на последних минутах матча и вырвать победу.
центр штрафной пошел мяч. Стойко помогает мячу попасть в ворота. Гол! Мяч в воротах! И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. Отлично вратарь играет. Штанга. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте. Здорово отдано на ход. Спасает свою команду от гола этот игрок. Гол! Вот эта развязка у нас! В самой концовке они смогли выйти вперед. Даже удаление их не остановило. Классный удар получился. Очень сильный и точно он пробил. Да еще и с такой дальней.